Там Костя звонил на пульт дежурного. Там на лодочной станции перестрелка. Сегодня подросток устроил самосуд на территории городской пристани. Сдавайся, народ, подключаемся. Елена Петровна, вспомните, конфликты, ссоры в школе или что-то необычное происходило с Константином в последнее время? У него всегда все хорошо. Он спортом занимался в школе. 2 месяца назад он бросил сексу. Да, маму бросил. Места празднует. Может, его спровоцировали? Спровоцировали. Повтори. Костя, возьми трубку. Сдавайся. Не оставляйте меня. Костя, возьми трубку!